Привет, друзья! Сегодня будем слушать по вашей просьбе группу «Люмен» или «Люмен», ударение знаю как, а песня называется «Не спеши». Ребят, Вань, Саш, спасибо вам за донаты, большое спасибо. Вы такие большие делаете донаты, это просто слов нету, благодарность вам. Ну, теперь я включаю «Не спеши». Это концерт, так что это все с концерта, оригинал. Спина устала. Объяснили, кто твой друг, а кто враг. И ты купился, ты поверил, дурак. Но те, что отправляют тебя в последний бой, не станут умирать рядом с тобой. Они не пойдут с тобой в тот брак, в котором ты, в котором твой враг. Они все узнают из программы новостей, в которой покажут плачущих детей. И вот ты уже побрит наголо, даже взгляд поменялся, стал таким наглым. Но стоит ли это звезд? Твоя жизнь равна 9 граммам. И они уже летят, летят тебе навстречу. Может, даже не убьют, просто покалечат. И ты грёбаный мудак, когда-нибудь поймешь, вспомнишь тех детей, которых ты вернешь. Не спеши, точи ножи. Скажи, зачем тебе война? Прежде чем что-то сделать, подумать надо. 7 раз отрежь, то есть померь, 1 раз отрежь. Ребят, думайте. Очень прекрасные песни, очень жизненные, очень поучительные. Ребята, злость, она знаете, откуда рождается? В тебе много, в человеке много адреналина, и ты не знаешь, куда это деть. Так вот, прежде чем лезть на какую-то бойню, подумай 100 раз, кипит тебе эта злость, это адреналин. Ты его в другое место примени,
не на войну торопись, а в другое место. Покоряй вершины. Вот он, где адреналин. Гор, я имею в виду. Вот он, где адреналин. Он у тебя тут выливается. Буйные реки. Попробуй с ними совладать. Вот он, где адреналин выливается. Ну, там что еще? Спрыгни с парашютом. С самолета. Первый раз. Да хоть каком с самолета? У нас сейчас высотные здания есть. Оттуда узнай себе. Узнай. Прежде чем лезть на войну, там не надо показывать этот адреналин. Он жизни стоит. Ты тут, если там горы, реки покоряешь, все такое прочее, это твой адреналин, ты собой рискуешь. А не надо рисковать жизнями других людей, в которых нет такого адреналина, как, допустим, у тебя, и нет такого зла. Так чем они перед тобой виноваты-то, что ты их будешь убивать, уничтожать? За что? Ну за что, скажи? Что в нашем стране, что ли, нет такого места, где можно себя выплеснуть, выкинуть, узнать сам себя, что ты человек? Вот, знаете, не надо слушать тех, кто посылает вас туда. Это же опять получается пушечное мясо, как пламени в пел. Они же, вот кто посылает вас, они с вами не пойдут. Рядом с вами не лягут, если вас покалечат, там ранят или чего, или тем более убьют. Они твоими руками из тебя делают вот это пушечное мясо. Так что прежде чем что-то подумать, рваться куда-то, о, я герой, я за свою страну. Вы сначала мозгами раскиньте, мозгами. А вот правильно он поет, не задним местом, ну в смысле не попой, ну он прям говорит, не жопой. А головой у вас голова-то не она же, не то место, на котором ты сидишь, не пятая точка. Голова-то первое место занимает, она над тобой, она тобой управляет. Мозги тобой управляют, а не задница. Господи, простите меня. Ребят, вот сейчас парни, сейчас идет весенний призыв, парни собираются в армию, ну кто-то желает по контракту. Пожалуйста, это дело сделать надо, это честь вам и хвала. Но стараются, о, в горячую точку подают. Не надо рваться-то, не надо рваться-то. Вы сначала сделаете то, что вы должны сделать по мужской линии. А потом уже и думайте, следует ли эту горячую точку-то. И вот прежде чем что-то сделать, решиться в горячую точку, вы... Ебей, застрелись. Вы послушайте эту песню сначала. А потом решайте. Внимательно ее прослушайте, с толком, с чувством. Вот и подумайте. Прежде, в общем, я только что прошу, вслушайтесь в эти слова этой песни. И уже решайте сами. Вот песня, с несколькими словами скажу, песня сильная, очень даже сильная и правильная. Мыслите, мыслите и мыслите. Думайте, думайте, прежде чем совершить что-то. Все, говорить больше нечего, и так много наговорила. Ну все, ребят, до свидания, до новых встреч.